25 декабря 2015 года. Я хочу всех поздравить с Рождеством. Вы скажете, что Рождество будет через две недели? Вы правы. Но многие страны, в том числе и православные страны, Греция, сегодня празднуют Рождество. Католики празднуют Рождество. Сегодня в этом нет ничего плохого. И по настроению. Посмотрите вокруг. Все хотят друг другу подарить подарки, в школах, праздники, многие конторы закрыты люди в ресторанах собираются, празднуют. Вокруг елки. Что творится? Все что-то празднуют. А если нет э, Рождества, то откуда такое настроение? Почему эмоции нас переполняют? Почему? А мы чего? Мы ждем Нового года, в Новый год мы все, в том числе и священники, в том числе и в пост, поднимают бокалы с шампанском, ночью не спят, друг другу просят прощения. Что мы празднуем? Что за такое Новый год? Что такое? Получается, Новый год должен быть после, когда это будет в конце, сначала Друг друга поздравили с чем-то святым, семейным, хорошим, добрым, вечным. А Новый год это, как стрелки часов перевели, уже в конце, через неделю. Тогда я меч... Вот это такая моя мечта, чтобы все-таки привести, как говорится, душевное состояние с официальным переносом Рождества на 25 декабря. Пусть не этого года, следующего. Пусть через два года, через три года. Ну так и будет. Спасибо.